Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев пообещал разобраться в ситуации и не исключил оргвыводов после заявления главы департамента молодежной политики Ольги Гладских. На встрече с волонтерами она сказала, что государство не обязано помогать молодому поколению. Правда, теперь она утверждает, что слова были вырваны из контекста. О чем все-таки шла речь на самом деле, в этом пытался разобраться Андрей Сапегин. Две фразы и громкий скандал. Повод рассуждения регионального чиновника о судьбах российской молодежи. Директор департамента по молодежной политике Свердловской области вот как думает. Получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Об этом Ольга Гладских заявила на встрече с молодежью в Кировограде. Меняйте это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассников. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь. Мы здесь только как представители там, областной власти, муниципальной власти. Мы лишь только вам в помощь. Она поставила все с ног на голову. Ее высказывание – это совершенно непрофессионализм и чудовищное высказывание, которое нельзя оставлять без ответа, потому что девушка не знает, что государство у нас имеет определенные социальные обязательства перед обществом. Это прописано в Конституции, в законах в основных, и в том числе государство на словах декларирует, на делах там, материнский капитал и другие вещи, которые позволяют стимулировать рождаемость. В Российской Конституции, в частности в статье номер 2, написано, что обязанность государства – признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а еще о защите прав молодежи и ее поддержке говорят десятки других статей конституционного, гражданского, трудового права. Демография – приоритет по заявлению президента. Конкретный департамент, который должен заниматься молодежной политикой, вот так себе видит эту работу. То есть, по сути, работа на сегодня, которая нужна именно стране с точки зрения того, чтобы вовлечь молодежь в общественную деятельность, чтобы показать молодежи перспективу социальной лифты, она вот такими структурами на местах не выполняется, потому что они искренне считают, что их задача, ну, видимо, там, раздать гранты каким-то, да, организациям, которые будут там предоставлять красивые отчеты и так далее. А реальная работа, когда стоит вопрос о реальной работе, вот отвечают так, что государство вам ничего не должно якобы. Губернатор Свердловской области в своем инстаграме назвал высказывание Гладских не корректным. С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Тем временем сама Ольга Гладских называет шумиху вокруг ее высказываний клеветой. И действительно, она поясняет свои рассуждения, говорит о том, что все в руках молодежи, что надо самим стремиться добиваться, идти вперед, не надеясь на государство. Фраза вырвана, и содержание разговора перевернуто. Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи, и государство лишь помощник в этом вопросе. Если государство вкладывается проектами, мероприятиями, вы думаете, легко организовать мероприятие, это дешево стоит? Поверьте, это не дешево. И ресурсы, и человеческие ресурсы, а зарплаты, коллеги не дадут соврать, 3 копеечные у всех чиновников и у всех государственных и муниципальных служащих. В ближайшее время губернатор Свердловской области пообещал сделать оргвыводы. Он намерен посмотреть полную видеозапись встречи и разобраться, имела ли место ошибка, оговорка или речь идет о продуманной позиции. Андрей Сапегин, Анна Погонина, Вести.